Всем огромный привет! Каждый вторник я совместно с каналами «Новинки от Алины» и каналом «Анна Флорида» делимся с вами коллекцией своих быстрых блюд. Подписывайтесь на каналы, чтобы не пропустить новые рецепты. Все ссылочки вы сможете найти внизу под видео. Готовила я недавно рыбные консервы из салаки, и осталось у меня приличное количество икры. Ну не пропадать же добром. Стала я думать, что приготовить. И придумала сделать котлеты с икрой. Оладки не хотела жарить и слепила котлеты из того, что было. Был у меня кусочек сухарика, взяла, измельчила в крошку. Икру измельчила с яйцом в блендере. Добавила немного соли, все хорошо перемешала и оставила на 5 минут. Сформировала котлеты, обжарила на растительном масле с двух сторон. И вы знаете, на удивление получилось очень вкусно, и муж ел у меня эти котлеты с удовольствием. Конечно, по вкусу можно добавить лук, обжарку и любимые травы, но это на ваше усмотрение. Я желаю вам приятного аппетита и всего самого хорошего. Будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал. До новых видео. Пока!